Всем привет! Я сегодня у себя в доме внизу, в нашей в нижней квартире. Здесь большое эхо, потому что нет здесь ни кровати, ничего такого. В этой квартире только высокие потолки, 3 с лишним метра. И поэтому здесь так все слышится. Сегодня я хочу убирать свою шифонер. Вот у меня шифонер здесь такой вот большой. Вот он почти что до потолка. Вот так вот. Вот такой. Что вам показать еще? Здесь нет, конечно, света. Сейчас, подождите, отойду. Вот так вот. Вот у меня вот такой шифонер. Здесь это делал шифонер мой муж своими ручками. Вот здесь такие вот у нас кафельная плитка здесь такая вот красивая, такая хорошенькая. И ничего такого здесь больше нету. Здесь стоит такой велосипедик, лесенка, Динуса маленький стульчик, когда он кушал. Всякие такие вещи, которые из раньше были у нас наверху. Это у нас такая комната. Ну, там еще зал и кухня, конечно. Ладно, а то потом я буду... Сегодня хочу разобрать обувь, которую я буду выкидывать. Это у меня мой шифонер внизу. И вот там это все у нас обувь. Вот. Вот это там все. Вот, кроме этого мешка, это мешок здесь одежда Динуса, из которой он вырос. Вот это все, все коробки, коробки с обувью у меня. Вот у меня все такое вот лежит. Чтобы мне все это разобрать, надо все это повытаскивать. Естественно. Вот такое платье мое. Вечернее. Вот это вот все надо разгребать. Что здесь и что. Здесь есть и старая обувь, которую я ношу. И вообще купленная, и ни один раз не одетая. Так что вот такие туфельки новенькие. Абсолютно почти что. Почти не одевавшиеся. Так, что здесь? Здесь пустая коробка. Туфля вверху, на верхнем этаже. Здесь что у нас тоже? Здесь вот такие туфельки Наташи. Это Наташин туфель. Почти новые, почти что она их не одевала. Они вот такие вот классненькие. Она, наверное, уже про них забыла, что они здесь есть. Так, что же здесь еще есть? Вот такая вот. Вот такие туфли. Это тоже фирма. Вот такие красивые они. Вот это мои. Себе покупала. Я их тоже одевала. Ну, видите, одевала 1 или 2 раза. Вот такие-то Наташкины. Ох! По Наташиной босоножке вот такие вот. Вот такие красивые. Они вот на таком каблучке. Наташа тоже их одевала 1 или 2 раза. Вот они очень красиво смотрятся на ножечке. Вот такие колодочки. Наташа еще и здесь вот такие есть. А я их не ношу, потому что они... Я тоже их как-то одевала. Думаю, что не помню. У нас одинаковая почти нога с Наташей. Вот такие вот они. Покажу. Вот такие. Какие-то они старомодненькие, уже сколько им лет, 6 или 7. Ну, видите, ни раз не одеванные. Только дома я их одевала. Как купила, так и положила. Потому что здесь тоже целая куча всякой обуви. Вот. Даже не знаю. Ага, вот такие даже старомодные есть. Кто носил такие носы, знают девочки. Вот такие вот. Вот такие есть черный горох. Это Наташи мои туфли. Вот, видите, она тоже почти что одевала 1-2 раза. Их один даже раз, наверное, одевала. Не помню куда. 39 размер. Вот. Кто любит такое? Ах. Наташка, если тебе не надо, дочь. Такая сумка пляжная у нее здесь. Еще и деньги там лежат, стоят. Это мои сандалетки такие заношенные. Они такие классные, мягкие, хорошие. Ну-ка, сейчас померю. Поэтому я их затаскала, видимо. Вот такие для джинсов здесь казачки есть классненькие. Это кожаные. Их очень хорошо с джинсами носить. Они меня чуть-чуть стесняют, но такая древняя мода, у кого были носы, тогда носили. Вот как смотрится. Вот они так смотрятся классненько. Но они чуть-чуть мне узенькие. Наташке нога чуть-чуть уже, чем моя. Но они вообще обалденные, кожаные такие вот. Вот такие вот.
Кому надо, пишите. Тоже почти что новые. Сколько она одевала? 1-2 раза их одевала. Так, дальше что здесь? Здесь это шлепки, это все выкидывать. Мне что-то они тоже не нравятся. Что такое еще? Так, это мои туфли. Это мои туфли на выход. Очень дорогие. Тоже в хорошем магазине были куплены. Очень такие удобные, классные. Вот такие они. Сейчас настроится камера. И посмотрим. Вот такие вот. Здесь мои танкеточки. Вот такие классненькие, мягенькие. Тоже почти новые. Сколько я 2 раза одевала. Это я купила себе. У меня есть костюм в горошек. Я купила себе для того, чтобы носить этот костюм в горошек. И забыла про них. Я даже забыла, что у меня здесь вообще есть. Какая-то обувь. Извините за мои ногти, зима, конечно, не накрашена. Шифонерчик, конечно, бы это... Показа такого не было бы. Так, что еще здесь? А, здесь Наташины любимые. Наташ, твои любимые, которые до них ходила. Нравятся тебе они. Вот такие вот. Они тоже почти что новые. Наташ, я их не буду выкидывать, ладно? Пиши. Смотри, вот сейчас вспоминай, что ты тут оставила. Даже какие-то есть. Ух, сейчас все это разберется. Вот, представляете, сколько здесь этой обуви. Еще у меня наверху в шифонере. И еще вот Наташины, вот такие вот. С оклепочками всякие такие. Вот они. Ну, видите, тоже новые. Ух, эти наносила даже совсем. Ну, вот такие есть, которые завязываются с тканью. Они тоже красивенькие. Такой каблук. Она их носила совсем чуть-чуть. Вот так вот они завязываются очень красиво на ножке. Это ткань. Так, ну-ка. Вот так вот. Не знаю, как выглядит. Давай приезжай. А, вот здесь еще у меня есть одни вот такие. Опять же. Все, зажарилась я уже. Вот такие красивые у меня здесь есть еще. Тоже летние. Тоже вот такие вот. Вот они. Пробка. Тоже кожаные. Тоже хорошие. Вот. И их можно хоть как носить. Целый мой магазин обувной. Так. Вот такие вот вещи. Еще здесь есть у Наташечки вот такие вот. Опять же, видите, новые. Когда она все это покупала, я даже не знаю. Ну, вот они такие классные. Колодочки. Ну-ка, померим. И эти померим. А, здесь у меня еще есть такие летние мои классненькие. Я забыла совсем про них. Ярки, санкалеточки. Вот такие вот. Вот они. Тоже почти что новенькие. Еще не заношенные. Это надо уже выкидывать. Тоже удобненькие, тоже удобные, очень мягкие, кожаные туфельки. Это надо выкидывать, наверное, будет. Столько обуви, жалко, конечно, выкидывать. Вот такие удобненькие. Нет, надо не выкину. Оставлю себе на весну. Очень удобная подошва. Бегать по магазину, все там еще есть что-то. Так что, мы еще посмотрим. А, что здесь еще? Вот, сиреневые. Кто носит сиреневые туфельки? Вот такие сиреневые у Наташи есть. Наташа, ты забыла про них. Наташа, доченька, ты за них забыла. Классные туфли. Классные. Вот такие вот. Так, отодвинем эти. Вот. Они мне тоже как раз. Может, я их буду носить? Думаю, обалденные. Мне нравится. Извините за педикюр. Еще раз говорю. Не готовилась делать такое. Пришлось. Ох, и здесь еще есть у Наташи одни. Это все ее. Наталья. Доча. Папочка, докинет скоро все.
Вот такие вот, вот. Видите, надевал один или два раз. Вот такие классные, лакированные. Очень удобные, сплошная такой. Девочки, кто любит классный, красный цвет. Вот. Так, что еще здесь есть? Не могу больше. А, здесь у Наташи сапоги. Наташ, это мои сапоги. Это не Наташины. Вот такие сапоги. Сапоги потом посмотрим. Сапоги потом будем рассматривать. О, здесь еще у Наташи то, что-то есть. Вот с такой пряжкой. Тоже носила один или два раза, доча. Ну, ты, дочь, даешь. Все она покупала и все оставила. Ну, конечно, когда уезжала, везла отсюда и чемодан. Еще чемодан отсюда везла. Еще здесь три есть. Тоже красивые. Такие вот. Вот такие сиреневые. Под змею сделанные. Миями Жердинавто. Вот такой каблук классный. Вот такая деревянная подошва. Очень удобные. Я думаю, это мои, что ли, может быть. Если налезут мои, если нет, значит Наташкины. Таскала они у меня, все здесь лежат. Если она с собой их не взяла, значит, вот это называется носила. Так, что здесь еще? Ух, полка упала. Здесь тоже дорогие. Ух, тоже дорогие, хорошие туфельки. Ух, целый магазин. Тоже дорогие, хорошие туфли. Вот, видите, одеванные 3 или 4 раз. Ну, эти точно не налезут мне на мою лапеню. Нет, девочки, не налазят. Ну, папа, ну, вообще классные. Вот такие вот. Кто хочет, распродажа. Здесь еще вот такие вот есть. Вот такие вот. Это тоже Наташины. Я такие... Вот 39 размер. Вот такой каблук. Не знаю, налезут или нет. Не на мои ножки. Это не на мои ножки. Это на девчачьи ноженьки. Ох, все, все, девчонки. Я разобралась. Сейчас я буду все складывать. Что мне надо будет выкинуть. Что мне надо будет оставить. Я оставлю. А здесь еще у меня сапоги. Все, шифонеры я выгребла. Сейчас еще буду что-то. Все, наверное, у меня. Такие вот. Вот, что еще? Ах. Вот так вот. Ну все. Всем-всем пока. Кому-то что-то, если интересно. У меня еще, конечно, есть другие, другая обувь наверху, которую я ношу.